Вау! Я купила несколько новых дополнений к своей косметичке. Я бы хотела попробовать какие-то экстравагантные или сумасшедшие макияжи. Берегите свои глаза. У меня есть целая коробка старой моей косметики. И некоторые новые дополнения. Половину из этого у меня никогда не было. Это пудры и кисточек. Конечно же, уроки мы смотреть не будем, потому что это неинтересно на данном этапе. Я человек, который сначала пробует, а потом смотрит. И сейчас с вами все это откроем. Надеюсь, будет увлекательно и харизматично, весело. О, поехали! Так, запасемся ватными кисками и мицелляркой. Делаем первый образ. Я не знаю, что выйдет. Но я люблю в последнее время быть странной, быть яркой, быть сумасшедшей. Поэтому открываем, конечно же, зубами, потому что слабые руки. И начнем. Кожу я никак не буду заранее подготавливать, все равно смывать. Как мы видим, у нас идет верхнее веко все черное. Я у мамы год. Не боимся. Мицеллярки у нас много, это очень успокаивает. А что у нас? А, у нас еще более-менее аккуратно, оказывается. Ну ладно. Главное не открывать рот. У всех проблема при макияже открыть рот. Ё-моё, перебор. Сейчас эту сделаем и сотрем. Я-то думала, тут все проще. А тут, оказывается, у нас довольно-таки аккуратно все. Это так странно выглядит. О, боже мой. Просто, о мой бог, о мой бог. Мне страшно смотреть на себя. Делаем а-ля ресницы. Раз, два, три, четыре. Неважно сколько. От себя добавим. Сколько получится. Они у нее еще прямые. Для данного макияжа моя подводка не подходит. Она уже подсыхает. Смываем. Главное, что мы попробовали. Как говорится, я пыталась. Пойдем смывать. Посидим так некоторое время. Данный шедевр стирать достаточно сложно. Мы сейчас немножко чилим. Теперь я вся черная. Чипит, чипит, чипит. Смотрим, что я сохранила. О, просто супер. Можете скринить. Я не буду читать фирмы, потому что я не хочу позориться с произношением. И чё, погнали? У меня нет базы под тень, но я для себя методом проб и ошибок вывела небольшой лайфхак. Когда ты мажешь веко гигиеничкой, тени ложатся намного круче, намного ярче, поэтому это мы сейчас и сделаем. Просто визажисты сейчас такие: Женя, какая гигиеничка на глаза, ты что вообще делаешь? Ты с ума сошла? Что? Женя, ты сумасшедшая? А я скажу, да, я сумасшедшая. Для данного макияжа нам нужны кисти. Новые кисти, у меня до этого были только кисти наборные, ужасные, которые от первого применения превращаются в пирожок. Открываем. Я их обожаю. Мне предлагали черное, я сказала нет. Я яркая женщина, давайте мне красное. О боже мой. Они как пушистый котик. Они такие мягкие. Это одна из радостных покупок для меня за последние 2 месяца. Эмоции зашкаливают. Сейчас время экспериментировать. С вами есть голубой или это не голубой? Я не знаю, я иногда очень странно вижу цвета. Качество кисточек так себе, кстати. Собственно говоря, вот. Поэтому я их буду потом ремонтировать горячим клеем. Горячий клей, one love, горячий клей спасает от всего. Если у вас дома горячий клей, вы живой человек. Я возьму голубой, прям синее-голубое, прям небо. Делать следующее. Боже мой, Жень, чем ты занимаешься? Тебе 23 года. Люди в этом возрасте рожают детей, делают карьеру, а ты
рисую себе синяки под глазами. Походу надо уже стирать, не могу нормально краситься. Но это трэш-видос, мне все равно, сколько наберет. Вот. Почему бы не позорить себя на весь интернет, смотреть на себя спустя 10 лет и ловить полного кринжа. Нам нужна вторая кисть, чтобы сделать розовенькое вот так. Это макияж 5-минутка, так что не надо придираться. Я не стараюсь, я реально не стараюсь, кисточка ужасная. Как это твердая. Не очень красивая, но первая не очень дешевая. Поэтому что же я хотела от них? Розовый, если вот эту блевать не убрать, то довольно-таки интересно. Пожалуй, я так и сделаю. Да, я так замечательно держу кисточку, я попадаю себе в глаз. Это не важно, главное сделать для галочки и главное, понимаете, мы учимся на ошибках. Мы учимся на ошибках. Вся наша жизнь это учеба на наших ошибках и все. Короче, я придумала название для данного ролика, как не надо краситься. Он очень хорошо описывает данную ситуацию. Данные мои действия и данное времяпрепровождение, когда никого нет дома, когда можно поссориться, никто не видит, никто не застебет. Сделаем какие-нибудь простецкие губы, перенагружать наше, что это, лицо. Очень проблематично красить губы, когда у тебя симметрия губ. Миопатия. Спасибо. Следующее, что у нас вышло? Конечно же, мы это смываем. Масочка для прекрасных глаз. Ладно, забьем на трэш. Попробуем что-нибудь более нормальное, если трэш настолько трэш. Для следующего эксперимента я возьму вот такую палетку. Нам надо затемнить внешние уголки глаз. А я человек, который не смотрит уроки. Сюда коричневенького вага. Пау-пау. Еще немножко пау-пау-пау. Все ужасно, но мы продолжаем. Но не сдается тот, неважно, как котиком. Котик, помогай. Ой, ля, я как красотка. Стрелки супер ровные делать я не умею. Пёлочкой закрыли, и никто не видит, что ты рукожоп. Нормально! А мы с вами зачешем на эту сторону челку, потому что данная стрелка более презентабельная, на мой взгляд. Вчера я купила просто помаду, наверное, своей мечты. Именно этот оттенок пал мне в душу. Это же просто вау, это взрыв башки. Красная помада, это же так прекрасно. Я не хочу это смывать, но у нас еще с вами последний образ, который мы сейчас повторим. Закончим это безобразие, наконец-таки. Мы видим, прям бледненько кожица. Сейчас попробуем это открыть, потому что подобную упаковку нам открыть достаточно сложно. Поэтому я поехала тупо за ножницами. Это будет намного быстрее. Ножницы в целом часто меня спасают. Даже на улице беру ножницы на прогулку с собой, чтобы открыть какие-нибудь вкусняшки, чипсы и так далее. Потому что со слабыми руками это достаточно сложно делается. Поэтому ножнички маленькие, которые можно всегда брать с собой. Рай для тех, у кого очень слабые руки. Мы начнем. Мы ищем дырочку. Мы ищем дырочку. Это так странно звучит. О боже, она такая идеальная. Выглядит так солидно. Очень странно подписано. Пудра компактная. И тут же пишут, пудра компактная. Вот так нужно описывать свой товар, понимаете? Я думала, она такая бат. Вроде надо как-то подготавливать кожу к нанесению чего-либо на кожу. Но я это, конечно же, всего не знаю. И также мы откроем тональный крем. У меня вечная проблема найти тональный крем. Я не могу его найти под свой тон. Женя, ты всего покупала 3 раза. Это не значит, что ты не можешь найти себе тон. Не надо тут заливать. Пау-пау-пау-пау.
Он мне определенно не подходит, я уже вижу с первых нанесений, возможно, я его выброшу. Он вообще хоть что-то перекрывает. Чую, что бледности мы не добьемся, мы берем очень много, потому что он такой странный, еще и я не умею краситься. Не знаю, как его наносить, типа, просто вот так вот нагло все мажем, пофиг. Но с этой стороны красиво. Будем ходить только одной стороной к людям. Личное наименование запаха. Запах приятной косметики. Кстати, он засох, поприятнее стал на ощупь. Открывайся. Ага. Эта сторона очень сильно блестит, как будто жир. Так и должно быть с тональником? Я не знаю. Берем в помощь нашего пушистого котика. Я не знаю даже, как пудру наносить. Ее надо втирать. Она странно пахнет. В камере это, наверное, не так выглядит, потому что все-таки все зависит от освещения и так далее. Но мне вживую нравится то, что замаскировала мои веснушки, которые я не очень сильно люблю, хоть они сейчас и в моде. В целом, вживую, если смотреть в зеркало, я довольна. Я довольна и пудрой. Тональник, в принципе, если он вместе с этой пудрой, то в целом неплохо. Конечно, видно, что это не мое натуральное. Это понятно. Ой, слушайте. А даже очень неплохо. Я что, купила нормальную косметику, что ли? Благо у нас вроде как есть все цвета, и у нас не будет что-то из головы. У нас не такие цвета. На камере желтый вообще не виден. Мы продолжаем, мы не останавливаемся, мы идем к своей цели. Делаем трэшевый макияж, который не надо делать. Опа! Делаем все криво, пусть все учатся на чужих ошибках. Слушайте, честно говоря, хоть это выглядит очень странно, похоже на кассиршу из 90-х, мне нравится, ё-моё. Женя, не открывай рот, Женя, не открывай рот. И последнее в нашем последнем образе, это помада такой же фирмы, как и прошлая. Будет очень криво, но как не надо краситься, мы это запомнили. Мы с вами закончили. Вы можете написать в комментариях, какой макияж был самый трешовый. Мы сельские, мы неудачные. Вы можете присылать мне фотки необычных макияжей мне в личку. Буду делать много ошибок. Именно после ошибок мы осознаем, что идет у нас не так. Спасибо, что посмотрели меня. Не, реально спасибо, потому что такой трэш я бы не выдержала столько смотреть. У вас очень большая сила воли. Спасибо огромное за то, что вы досмотрели данное издевательство над самой собой. Я вас люблю. Спасибо.